Владлен Ефимович Бахнов, Харьков, Москва. Читаю одно стихотворение. Ах, что за славная земля, вокруг залива, как ты, бля. Колхозы, бля, колхозы, бля, природа. Но портят эту красоту сюда приехавшие тунеядцы, бля, моральные уроды. Спят тунеядцы под кустом, не занимаются трудом. И спортом, бля, и спортом, бля, и спортом. Не видно даже брюк на них. Одна девчонка на троих и шорты, бля. И шорты, бля, и шорты. Девчонки, вид ужасно гол. Куда смотрели? Комсомол и школа, бля, и школа, бля, и школа. Хотя купальник есть на ней, но под купальником ей-ей все голо, бля, все голо, бля, все голо. Сегодня парень виски пьет, а завтра планы выдает завода, бля, родного, бля, завода. Сегодня парень в бороде, а завтра где? В НКВД. Свобода, бля. Свобода, бля, свобода. Пусть говорят, что я свою для денег написал статью. Не верьте, бля, не верьте, бля, не верьте. Нет, я писал не для рубля, а потому что был я, бля, и есть я, бля, и буду, бля, до смерти.